В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Все работы остаются под пристальным контролем и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. После завершения первой ветки самарского метро подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит горожанам с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратно и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Специалисты и общественники также подчеркивают, что метро – очень удобный вид общественного транспорта, и появление новой станции разгрузит автодороги в историческом центре города. Будет меньше пробок, и люди смогут удобнее и быстрее доезжать до мест работы, учебы или по другим своим делам. Город растет, и с каждым годом география ширится, и одной части населения там на работу нужно совершенно в другую часть города, и метро это просто необходимая реальность. А та станция, мне кажется, она исторически обусловлена. У нас очень много промышленных районов, да, и где начиналось метро. А теперь промышленные районы имеют возможность за очень короткое время попасть в центр города и использовать метро не только для того, чтобы добраться до работы, а для того, чтобы посмотреть историческую часть нашей прекрасной набережной. Это очень замечательно.